Лампочки, да? А ты сидишь, говоришь, слушай, ну что такое-то? Вот оно вроде подошли, а потом бах, ушли. Так вот они лампочку твою читают. Очень важно понимать ситуацию, в которой я нахожусь. Я транслирую ситуацию свою, понимаешь? Вот сижу и транслирую. Понимаю, не понимаю, не важно. Если я зависаю, значит, уже там что-то формируется, и мне нужно понять, что там формируется-то. А если я за мужиком бегаю, значит, я вот тут вот, вот совсем его терпеть ненавижу. Потому что тут я уже его удерживаю. Вот что такое ревность? Тут я возмущаюсь, а тут я думаю, ну, порвала бы, гада, порвала бы. Очень важно вот тут найти состояние, что думаю, ощущаю, то и выдаю. Честность, прежде всего, по отношению к себе. И не они плохие, не мы не хорошие, да? Это не совпадение, орбиты не те. Орбиты надо выровнять вот так. Ты вот на него смотришь, а тут вот строка красная. А откуда она берется? Отсюда. Когда-то есть какой? Подожди, кнопка в голове. Есть внутреннее убеждение, отношение к себе самой. Или отношение к мужчинам. Я туда не пойду. Я ж вас вот проверяла в первый раз. Я говорю, подходим к мужчине на улице. Говорю, мужчина, сумки неподъемные. Реакцию помните свою? Как это? Как? Вот это отношение. Он что с тобой делает-то днем? Даже если приставать начнет. Я скажу, так обождите, давайте посмотрим, за что идем. А может, я еще и пойду. Может, там вы меня и уговорить сможете, мало ли. Все бывает в жизни. А у вас на все нет. На все нет. Сопротивление такое. Ук, 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 ук. Она, кстати, сказала, в последнее время с просьбами проблем нет. Ну, уже ж хорошо. Вот. У меня даже так возникает, что у меня в последнее время практически все за меня делают. Вот так оно, женская природа. Так, а ты же приходишь и говоришь, вот я сегодня встала с утра, и до меня как-то фигура требует уважения. Значит, вот этот агрегат, он ваш. А я вот рядом всегда. Вот прям рядом стою и любуюсь. Агрегат ваш. А можно схватиться за агрегат и за все остальное. И впахивать с утра до ночи. Вот. А то, что у меня возникает мысль, что вот когда ко мне мужчина подходит, я думаю, что-то я ему должна, нет, вот что я ему что-то ему должна. Вот он подошел. Подхожу, говорю, мужчина, присаживаемся. У меня такое чувство, что я им что-то должна. Признавайтесь сразу. Вот потому что без этого никаких вот это вот ничего не будет. Давайте честно, я вам честно скажу, дам, не дам. Чего ж вы так боитесь-то их, Господь? Ну чего боитесь-то? Я говорю так с периодичностью. Легко. Сама сказала, фильтруем мужчин до 30, может не воспринять. Не, ну я ж к молодежи-то не пристаю.